Каждый день подвиг, каждый день. Не каждый человек способен выполнить ту работу, которую выполняете вы. Я хочу вам пожелать всего самого доброго. Я хочу вам пожелать любви близких вам людей, уважения всех граждан России. Ну и, как Юрий Николаевич сказал, сухих рукавов. Счастья вам всех! Вас посадили Тюмени, самый низкий наш поклон. За ваш труд ценим мы всеми, за тюменский гарнизон. Пусть хранит ангел вас от тяжелых невзгод. Остается добрым и сострадательным. Желаю вам успехов в вашем нелегком деле и всего самого наилучшего в жизни.